Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, об очередном тренировочном дне команды на сборе в Финляндии. Ну, сегодня выдался очень тяжелый день. В принципе, на предсезонке все дни тяжелые, но даже этот день на этом этапе все равно выделяется. Команда его отработала, осталась небольшая часть завершения. То есть все выдержали, показали неплохую работоспособность, поэтому претензий нет, все работают, все терпят, скрипя зубы, но продолжают терпеть и продолжают работать, поэтому никаких претензий к команде нет. Hey, it's good to be back for the hockey season. Training camp is here, everyone's favorite time of the year. And, you know, it's been tough. Things have been a little bit different than I'm used to. Definitely a lot more running, but it's been good so far. It's been very competitive, and it seems like we got a really good team. And, you know, I'm just excited to get things going and see where we can take this thing. So it's been good so far, and, you know, a lot of work ahead of us, but it'll be good.